28 мая в рамках всероссийской акции «Вода России» в Десногорске прошел экологический субботник. Как изменился берег водоема после уборки, смотрите в нашем следующем сюжете. 150 мешков мусора – таков результат экологической акции, прошедшей на прибрежной территории Десногорского водохранилища. Масштабная уборка затронула сразу два участка – район Трояновского водосброса и берег вокруг учебно-тренировочного комплекса «Скалодром». Несмотря на внушительную цифру, объем собранного в этом году мусора не является рекордным. Это очень хороший результат, но хочется отметить, что в сравнении с прошлым годом их меньше. И я надеюсь, что все-таки граждане становятся у нас сознательнее, и все меньше и меньше мусора у нас в лесах. Организатором субботника выступила Смоленская атомная электростанция, но к работникам атомной отрасли присоединились многие неравнодушные жители города. Среди них волонтеры, ветераны, муниципальные служащие и даже водолазы. С их помощью удалось очистить от мусора невидимый, а потому самый опасный для отдыхающих участок – дно водохранилища. Наши товарищи-дайверы подняли сегодня очень много сетей, забытых рыбаками, очень много банок, очень много пластика, много пакетов различных. Поэтому в этом году уверен, что берег будет чище и купаться будет более безопасно. Загрязнение окружающей среды – актуальная проблема современности. Формирование бережного отношения к природе у молодежи – одна из основных целей прошедшего субботника. Но не менее важно – воспитать экосознательность и у взрослого населения. Будьте людьми, не надо оставлять пакеты с мусором где-то в кустах, в ямах. Здесь во многих местах установлены контейнеры. Давайте будем повышать свою экологическую культуру и собирать мусор все-таки в установленных местах. «Вода в России» – одна из многочисленных акций, организуемых сотрудниками Смоленской атомной электростанции в рамках экологической политики. Комплекс других природоохранных мероприятий проводится в Десногорске регулярно. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.